В общем, нашел я тут один веселый интересный сайт, на котором можно создавать RQ-код. Причем необычные, двух видов можно делать визитку. Вернее, там целый перечень возможных вариантов. Но мне больше всего понравилось два вида. Это визитка, на которой сохранены все ваши данные. Самая простая, при сканировании которой аппарат предлагает создать контакт в электронной книге, ну, в вашей адресной книге. Но там ограничено по функционалу, ограничено по данным очень сильно эта возможность. Ну и, соответственно, качество этого RQ-кода. Другое дело динамически, но для его создания нам понадобится зарегистрироваться на этом сайте, создать свой профиль, и там уже можно будет периодически редактировать свой RQ-код. Такой RQ-код, чем интереснее и полезнее, тем, что его можно создать и в любой момент отредактировать. То есть человек заходит на... сканирует RQ-код, и ему предлагается ссылка, он по этой ссылке проходит, и там видит данные, которые вы туда занесли. То есть все свои социальные сети, все свои номера телефона, все свои сайты, не одну, а там несколько своих почтовых ящиков, всю любую информацию, которую вы захотите занести, которую вы можете в любой момент отредактировать, это все хранится на динамическом RQ-коде. Такой код можно использовать в следующих целях: сделать большую татуировку, сделать визитку, сделать бейдж, сделать значок, сделать все что угодно, сделать наклейку и распространять информацию, которую вы хотите, путем наклеивания в общественном транспорте, там, на остановках, где угодно. В общем, диапазон очень широкий и очень интересный. Кому интересно, могут зайти по ссылке в описании на этот сайт и сделать свой RQ-код. Я лично сделал себе динамический RQ-код, сделал себе обычный RQ-код с минимальным перечнем данных, которые я хотел бы показать людям. Ну и, соответственно, я сделал себе еще второй динамический RQ-код, который будет специфическим именно для работы, который сохранит данные моего телефона, моей электронной почты, моей должности, ну, то есть такая электронная визитка, но именно рабочая. Вот. И ее можно использовать как угодно, распечатать в любой момент, носить на телефоне в виде RQ-кода, носить в наклейках, носить в значках, в чем угодно. В общем, решайте сами. Если вам это интересно, если вы хотите поэкспериментировать, то вперед! А вот, собственно, баянная креативность, которую мы сделали на нашем рюкзаке. Ну и, соответственно, то, о чем мы повествовали в этом видео.